Хорошая игра была, хорошо начали, забили две шайбы. Вот. Потом, конечно, удаление 2-1, 2-2. Но в целом неплохо ребята играли. Им огромное спасибо за то, что били, за то, что старались. Молодцы все. Не было какого-то мандража после того, как соперник счет сравнял? Да нет, не было. Вроде спокойно как бы все играли, делали свою работу, вот. Да, получили результат. Согласись, сегодня у «Спартака» не слишком удачно в большинстве складывались дела. Ну да, что-то большинство подкосило немного, можно так сказать. В принципе, было тоже много моментов, не забивали. Ну ничего, будем работать над этим. О чем тренера просили перед матчем сегодня? Да, просили сыграть строго, без ошибок, побыстрее все вперед, как бы, ничего назад. Вот. А перед овертаймом? Перед овертаймом самые обычные слова, без ошибок, ребят. Ну, в таком вот плане. Влад, вспомни, как гол получился. Ну, перехватил шайбу рукой, да и бросился. Видел, куда бросать надо? Да видел, конечно. Не, нормально. Влад, наверное, последний вопрос. Скажи, вот в серии до трех побед, наверное, третий матч, он, ну, можно сказать, такой основополагающий, решающий. Ну да, завтра будем настраиваться, сейчас поедем, отдохнем, покушаем, да и спать ляжем. И будем готовиться к следующей игре. Как вам сегодня поддержка здесь, в Сокольниках? Да, народу очень много было. Болельщикам спасибо огромное за поддержку. Все молодцы, как бы. Ну и ребята тоже не подвели. Спасибо.